28 января госавтоинспекция проведет по всей стране единый день безопасности дорожного движения под девизом «Вместе за безопасность на дорогах», посвященный пропаганде соблюдения правил дорожного движения всеми участниками дорожного движения, сообщает МВД Беларуси. Профилактические мероприятия в этот день будут направлены на пропаганду соблюдения правил безопасного поведения на дороге, формирование правовой культуры всех участников дорожного движения. Повышенное внимание сотрудники ГАИ уделят разъяснению правил безопасного участия в дорожном движении в зимних условиях, особенностях перехода проезжей части, в том числе в условиях недостаточной видимости и при гололедице. Напомнят взрослым и детям об опасности игр вблизи проезжей части, правилах выбора мест для катания на санках и тюбингах. По итогам 2021 года в сравнении с аналогичным периодом 2020 года в республике зарегистрировано снижение количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими на 7,4%. Число погибших снизилось на 9,7%, раненых на 4,6%.